после этого соревнования. Проводим акцию защиты Али Фируза, потому что у него вопрос получения российского гражданства, что вместе в России, ну, в смысле, вопрос не смерти. На родине его просто убило. Здесь, потому что мы выражаем свой протест против покушения на жизнь и свободу политических беженцев из тоталитарных стран. Свободу Али Фируза. Стоим здесь все. Каждый пикетчик 50 метров друг от друга. В знак солидарности с Али Фирузом, которого, как нам известно, пытаются выселить из нашей страны. Скажу пару слов как верующий человек, как священник. Всем нам известна немного библейская история, история Содома и Гоморры. Но мало кому известно, что, за что она была уничтожена. В книге Езекииля написано, что Содом и Гоморра были уничтожены за надменность и негостеприимство. На данный момент наша страна через выселение даже Бомер Али Фируза свое негостеприимство она, собственно, показывает. Все мы надеемся сейчас на то, что все-таки Али Фируза оставят в этой стране, в Российской Федерации, и не выдадут его, собственно, в его страну, где его ждет очень, очень сладкая жизнь.